Вы смотрите видео об отеле на Кфарат Резорт. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель на Кфарат Резорт расположен в стране Таиланд в регионе Краби и относится к классу гостиниц с числом звезд 2. Отель расположен в 26 километрах от аэропорта Краби, в 2 километрах от центра Краби, в 400 метрах от пляжа на Кфарат Тара Бич. Построен в 2005 году, обновлен в 2011 году, всего 161 номеров. Ресторан, бассейн, бар. В номерах есть спутниковая, ТВ-душ, кондиционер, мини-бар, сейф, вода, чай, кофе, балкон, терраса. Уборка каждый день. Номерной фонд отеля состоит из 6 стандарт бангалоу, 255 квадратных метров, 2 плюс 1 человек, 4 суперия бангалоу, 342 квадратных метра, 2 плюс 1 человек, 4 делюкс бангалоу, 321 квадратный метр, 2 плюс 1 человек, 4 делюкс пулвью, 342 квадратных метра, 2 плюс 1 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть Wi-Fi, лифт, магазин и паркинг. Для детей есть детский бассейн, детская кроватка, детские сидения, в ресторане детское меню. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.